Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел рассказать, как же во вкладке сообщества добавить свое видео. То есть, поясняю, вы должны кликнуть на вкладку сообщества на вашем канале. Здесь мы переходим в данную вкладку, где я опубликовывал опросы, разные фотографии и вот как раз таки ссылку на свой ролик. Это позволяет перегонять больше трафика на свой ролик и тем самым больше просмотров, больше лайков, ну и больше денежек, у кого включена монетизация. Для того, чтобы добавить свое видео, мы должны кликнуть на вот этот значок «Добавить видео». Здесь в открывшемся окне нажать «Ваше видео на YouTube», то есть «Мои» в данном случае. Выбрать ролик, который вы хотите опубликовать, и нажать кнопочку «Выбрать». Здесь вы можете написать любое сообщение, то есть здесь я написал вот такое, и нажать кнопочку «Опубликовать». Допустим, написать слово «Посмотри» и нажать кнопочку «Опубликовать». Данный ролик как бы опубликуется в данной вкладке сообщества. Напоминаю, что люди, которые не подписаны на ваш канал, могут увидеть вас в ленте новостей. То есть я иногда листаю ленту новостей в YouTube и могу увидеть там незнакомый канал, именно вот эту вкладку сообщества. Так что это тоже очень полезная функция по, так скажем, перегону трафика на ваши видеоролики. А так, я думаю, я многим помог. Ставь лайк, подписывайся на канал Мирон. Всем пока, всем удачи и буду искренне благодарен тебе за подписку.